Звуки бубна, эвинское пение, северная гостья предстала перед школьниками в национальном костюме. Чина Моторова уже бывала в 10-й школе, но в этот раз привезла показать свою новую книгу и рассказать о героях сказок. Новая книга эвенской сказочницы так и называется «Расскажи мне сказку». В ней почти 150 коротких, но поучительных историй. Школьники самостоятельно делали выводы после того, как услышали из уст писательницы отрывки из произведений. «Сказка ложь, давний намек». В 2005 году вышла первая книга сказок «Звездный бисер». В ней 200 историй. Чина говорит, что написала гораздо больше сказок, но не все вошли в новую книгу. Так как я детский писатель, должна вести пропаганду с детьми, больше с ними общения, чтобы детей привлечь к чтению, чтобы они полюбили книгу, чтобы начинается все всегда со сказки, потому что сказка учит, сказка лечит, сказка в жизнь ведет. И поэтому я не только, я все уже второй раз приезжаю в школу номер 10 города Лабинска, и в прошлом году была и в других школах, а в своем городе Магадане я чисто во всех детсадах, во всех школах прихожу с удовольствием, читаю, дети с удовольствием слушают. Отдельно об иллюстрациях. Птицы, животные, люди, изображенные на страницах книги, словно вырезаны из дерева в традициях народов Севера. Но главное содержание. Автор старается заинтересовать юных читателей и детям, проживающим на юге, рассказывает о чукчах, эвенах, коряках. Дети, которые рожденные на севере, пусть любой нации, они должны знать, что живут на той земле, которые живут вот северные народы. Они должны знать культуру этого народа. Хотя у нас нет национализма, вот там эвен, чукча или татарин, нам все равно. У нас одна дружная семья в России, все мы живем дружно и хорошо. Сказочница успела даже поиграть с детьми и потанцевать. Как такое не понравится? После встречи школьники выстроились в очередь за автографом. Этот час запомнится и станет яркой страницей летнего отдыха. Мне очень понравилось узнать историю о народах Севера, об их сказках и песнях. Ну, что ты запомнила? Вот что было самое интересное? Мне больше всего понравились сказки, которые рассказывали. Тоже очень понравилось, как были очень интересные сказки, очень красивые наряды были, все было хорошо и все было понятно, это хорошие сказки были. Чина Моторова пишет о северной земле с ее суровым климатом. Много непривычного для кубанских детей на страницах ее книг. Но ведь чтение расширяет кругозор, пополняет знания, знакомит с обычаями и традициями. Дядя мой, Машанов Прокоп Павлович, он был оленеводом. Вот, и я это сам приезжала с тундры, рассказывала все вот это вот. Хотя я со школьной скамьи печатала, и в газете печатала, стихи писала. Вот, и пишу до сих пор. И у меня он родилась идея, что вот, а почему бы вот это вот жизнь своего народа описать в сказках? Вот, и так вот получилось, что я теперь сказочница, детский писатель Чина Моторова. Для нас Чина Моторова – это наш друг. Безусловно, член Союза писателей Российской Федерации. Безусловно, одаренный человек. И для нас важно было показать многообразие, многоцветие русской культуры, что вот действительно наша страна великая, и даже на таких отдаленных местах живут замечательные, талантливые люди. Наши дети еще раз прикоснулись к культуре, большой российской культуре. Конечно же, школьники проводили сказочницу в свою южную сказку. Дети гордятся садом камней. Он понравился и гостям. Она с удовольствием побродила, сделала несколько фото на память. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».